Это будет обратный словарь санскрита, составленный мною. Это будет двухтомное издание. Каждый том будет порядка тысячи. Всего будет порядка 1400 страниц, то есть каждый том будет порядка 600-700 страниц. То есть достаточно объемное издание. Обратные словари. Это означает, что переводов в словаре не будет, но будет приведен полный список из 38 словарей санскрита всех слов, не всегда основ, но слов, которые встречаются в санскритских словарях. Порядка 250 тысяч слов. Ничего подобного никогда не издавалось. В этом словаре слова читаются с конца. То есть, например, чакра, слово мы найдем не на вокабуле ча, а на ра. То есть с конца, читаем с конца. Или, например, какой-нибудь девадата, мы будем найдем сначала дата, а потом уже все слова, которые заканчиваются на дата, и кроме девадата посмотрим, есть ли и еще другие слова. То есть это такая более специфичная, опять же, справочное издание. То есть я концентрируюсь на справочных и учебных изданиях. Не идет речи о переводах каких-то текстов. Все эти издания можно считать дополнительными, потому что первый год обучения я советую начинать с учебника Кочергину. На прохождение этого учебника уйдет один год. Занятие раз в неделю по 2 часа с домашним заданием, на это потребуется один год. Здесь и письмо, и нужный объем грамматики, и словарь, все в этой книге содержится. Все старые издания до 2015 года отличались не лучшей полиграфией, но тем не менее. На второй год я советую пройти учебник Бюллера, то есть еще не переизданная книга. В оригинальном издании очень много опечаток. То есть если в Кочергине порядка 200-250 опечаток, то Бюллеры их, если учитывать все даже орфографические опечатки, порядка 400-500 опечаток. Но все равно, значит, на второй год я советую брать Бюллеры. В Петербурге Бюллеры берут на первый год. Но я не советую, это достаточно болезненная книга. Ее основное преимущество в том, что помимо переводов с санскрита на русский язык, переводим с русского языка на санскрит. Это помогает нам думать на санскрите. К этой книге мною подготовлены ответы. Ответы к учебнику Бюллера. Мною также подготовлен полностью принабранный новый вариант Бюллера, но пока я ограничусь изданием репринта. Ни ответов, ни нового издания пока ждать не приходится. Оно еще не готово. Это все, что я хотел сказать насчет серии «Библиотека санскритика». Без вашей помощи я не смогу издать следующие 4 тома этой серии. Всего задумано порядка 20 книг. Но на это нужно собрать достаточно много средств. Нужна ваша помощь. Я надеюсь, что добрые люди найдутся. И я смогу помочь вам, помочь мне. Спасибо за внимание. С вами был Марсис Гасумс.
Mm-hmm.